Массовая акция против расизма в Италии. Около 30 тысяч человек вышли на улицы города Мачерата. В основном это представители профсоюзов, политических сил и общественных организаций. Во время шествия они пели антироссийские песни. Все закончилось мирно, без столкновений. Причиной этой акции стал инцидент, который произошел 3 февраля в этом городе. Мужчина на улице открыл огонь по группе прохожих. Пострадали 6 человек, и все они выходцы из африканских стран. Многие люди вышли на улицы здесь, в Мачерато и во многих других городах Италии, чтобы сказать «нет» расизму, а также напомнить об основополагающих ценностях нашей Конституции. Сейчас политические партии занимаются популизмом, чтобы посеять в обществе ненависть, террор и разделение. Но необходимо перейти на правильную сторону. Верная позиция – сказать расизму «нет».